Ильнар Акберов из Кукмарского района. Чтобы выйти на трассу М7, мужчине приходится тратить немало времени и пройти немало расстояния. Однако через села Ишкеево, Тавели и деревни Сунима Мадрижского района он может значительно сократить путь. На этом участке и раньше была дорога, но грунтовая. Мужчина говорит, что после укладки нового асфальта будет намного комфортнее. Во-первых, это уже экономия топлива. Через Мамадыш 70 километров мы уже укорачиваем дорогу, если едем, то это очень хорошее дело. Основная цель строительства автодороги – создание подъездного пути к специализированной ферме по выращиванию КРС в населенном пункте Тавели. Ответственным за участок является мамадышский филиал АО «Татавтодор». На сегодняшний день выполнено 30-50% работ. Около 5 положили. Еще столько же. Это за сколько дней? Ну, за 2 недели. Строительство дороги проходит по программе Минсельхоза «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году на эти цели будет израсходовано 279 миллионов 600 тысяч рублей. Готово уже около 4 километров пути. И на участке работает где-то порядка 12-13 человек. Всего по программе дорога должна составить 10 километров. В этом году будет проложено 4 километра. В следующем году работа будет продолжена. Гульнара Гильмуллина, Алмаз Камалиев, Фаиль Шайхутдинов. Новости Татарстана.